Начали. Всем привет! Я сегодня вам расскажу о этом человеке Звездных Войнов. Угу. Вот у меня такой хлеб есть. Он и не из этого набора. Угу. Он был просто. Ну, вот у него сбоку есть такая вот стрела. Угу. Если же одна запасная такая. Угу. Если одну потеряешь, то тогда другую. Можно я прежде всего ребятам покажу его? Или ты сам покажи своей рукой поближе, как он выглядит, этот робот. Угу. А сзади нажимаете на эту кнопку и стреляет. Стреляет. Ну давай взглянем на него все-таки вблизи. Давай, Тимоша. Покажи ребятам, как он выглядит. Вот такой вот он, да? У него два пистолета. Так. Вот второй. Угу. Вот он такой. Он стреляет током. Угу. Вот ток у него. Угу. Это у него мечи такие лазерные. Еще он умеет... Световые мечи, Тимка, это у него. Световые мечи. Световые мечи, да. А знаешь, как он называется? Джанго Фетт? Интересно. Ну, давай рассказывай про него. У него гнутся ноги, угу, как у всех человечков. Угу. У меня был еще такой же из биониклов. Угу. Только это из Звездных Войнов, а тот был из биониклов. Из Звездных Войн. Угу. Вот из Звездных Войнов, а угу, у меня был еще один, но он был из биониклов. Угу. Ну, я понял, да. Вот, а сзади у него есть такие приборы, угу, он на них летает. Угу. Ты думаешь, они для летания ему нужны? Да, конечно. Угу. Смотрите, огонь идет. Угу. Это разве он не летит? Ну да, похоже на то, что он летит, действительно. Так, ладно. Вот, а это у него сбоку штука. Шлем, я вижу, у него какой-то космический. Так, он робот или человек? Робот. Угу, понятно. Человек. Робот, человек. Угу. Он просто... Руки у него, да, такие. Он, наверное, клон. Клон? Что такое клон? Клон. Ну, ясно. Ну, рассказывай, да. Вот, у него такая голова. Угу. Она целиком была собрана, она не разбирается, да? Да. Угу. Вот видите, здесь такие вот штуки. Угу. Меня не обращайте на это внимание, она все время у меня отваливается. Угу. Вот. Такой вот робот. Сзади у него вот так выглядит костюм, угу, когда он взлетает. Угу. Он снимается. Угу. И можно увидеть, как он выглядит, угу, без этого костюма сзади. Угу. И что, да. Слушай, добрая душа, а прислони его к коробке. Когда мы его покупали, нам тетя-продавец сказала, что типа он не выше коробки. Типа значительно меньше ее. А сейчас я вот вижу, что он по размеру-то вроде как бы вполне нормальный. Сломалось тело у него. Сломалось? Ну хорошо, давай починим. Смотрим, как заодно он устроен. То есть ты спереди у него такой защитный шлем, да, снял? Или что-то панцирь не какой-то. Шлем, что это у него шлем. Шлем, да, такой? Это, угу, не шлем. Шлем. Кожух такой, панцирь. Так. Одежда. С такими, как будто бы царапинами сделано. Видите, да, ребят? Вот, это и есть, угу, царапины. Угу. Вот, а это он выглядит... Без своего жилета. Угу. У него там точка есть. Угу. Туда можно что-нибудь прицепить. Угу. Вот, например, какой-нибудь бриллиант. Угу. Он выйдет у него в теле. Угу. Поставлен. Так. Его будет невозможно украсть. То есть у него в руках два световых меча. Так, шлем у него на голове такой интересный. Вот, и руки тоже двигаются, угу, с ногами. Ноги могут так. Угу. Загибаться могут наверх, назад. Угу. Вижу, да.
Сгибаться, загибаться, вижу. Вот, а сзади так он устроен. Угу. Здесь коричневые. Угу. Ну дай поближе все-таки покажу ребятам. Так. Такие ноги у него. Такой вот, как Тимка говорит, летательный аппарат сзади приспособлен. Тут у него шлем, руки тоже двигаются туда-сюда. Стрела маленькая. Стрела. Так. И спереди тоже такие защитные доспехи и ноги такие. И голова такая странная. Угу. Ясно. Теперь я вам сниму голову. Покажу, что она делает. Угу. Вот такая вот маленькая головка. Угу. Там же дырочки. Угу. Вот. А это он без своей головы собственной. Угу. Вот. Ясно. Это он сверху так видится. Угу. Ну давай что, коробку посмотрим. Да. Там штуки. Угу. Вот такая вот коробка. Угу. Здесь цифры. От 7 до 12 лет. Джанго Фетт. Так. О, еще. Дисней. Да, сейчас вот видишь, компания Disney купила Lucasfilm или там всю эту франшизу, и теперь они владельцы этого бренда Звездных войн. Так, дальше что? Во-во-во, смотри, пап. Угу. Так, по-японски, да, что-то написано? Да. Угу, понятно. Хорошо. Есть голова нарисована у него. Угу. Давай с другой стороны коробку посмотрим. С другой стороны у него здесь. Он сам стоит и показывает, что он умеет. Вот, это я не понял, что стреляет. О, сюда можно вставить пистолеты. Вот сюда вот в дырочки снять пистолет. Поставить вот. Сложно встает. Вот так вот. Угу. Вижу. Это ты все на коробке, да, увидел? Да. Угу. Прямо в ноги. А, ну что, да, видно, что крепится прямо на бок, да, получается? Вижу, да. Ой, и тут еще нарисованы, какие, собственно говоря, входят в состав еще наборы. Угу. Ну, ясно. Угу. Написано 24 сантиметра. Ясно. Набор 75-107. Да, вот это маска, шлем. Собственно говоря, сам дроид. Да? Дроид? Ну, да, мне кажется, их называют дроидами. Может, я ошибаюсь. Я думаю, что их называют человеками. Ясно. Ладно, добрая душа, что дальше у нас? Дальше у нас... Инструкция. Да. Коробка заканчивалась, пошла инструкция. В инструкции ты что там есть, что-то нет? Во. С конца, да, начнем? Это борьба. Ага. Нет, таких еще нет. Это мой первый робот. Угу. Из Звездных воинов. Угу. Так, дальше. Космолеты. Здесь все лего. Угу. Есть такой вот. Сами фигурки, да? Угу. Вижу. О, у Дарк Вейдера есть эта штучка. Световой меч, да? Да не, вот это вот. Плащ черный. Плащ, угу. И у этого коричневого, угу, только плащ. Так. Вот так он кончается. Угу. Вот большой робот. Вижу. А дальше уже... Как его собирать? Интересно. Все. Ну что,
Не такой сложный был, да? Да, я с вами прощаюсь, всем пока. Понравились «Звездные войны»-то, нет? Да. А трейлер, трейлер «Звездных войн» понравился? Да, очень. В кино пойдешь? Да, да до смерти. Нет, с 12 лет, потому что... Да. Ну что, всем пока. Всем пока.